Всем привет, с вами я, Ник001, и я расскажу все тайны этого мира, ну только первую часть. Поэтому набирайте лайки, я расскажу чаптер 2 про чиз. Это, если что, ключ белый от этого. И вот это, как открыть двери эти все, я вам потом расскажу. Ну, представьте себе, давайте начнем с самого простого. Наше приключение начинается не когда мы начинаем идти туда, типа все, а когда мы берем белый ключ. Белый ключ, если что, когда это, когда вы проходите первый раз эту игру, тогда у вас появляется эта комната с чептером 2 и с ключом. Вот эти две двери, это я вам скоро покажу. Ну, если не хотите ждать, то можете промотать. Но главное, поставьте лайк, потому что вы этого, может, не знали. Вот белый ключ. Интересно, куда же его сувать? Вы подумайте. А, стойка, так я видела, но оно может быть наверху, возле синего. Помните? Там, где вверх. Ну, так и дальше. Короче, вы думаете, может наверху, потому что там типа белого что-то было. Я вам скажу, что нет. Блин, ты тише сделать ты эту. Я вам скажу нет. Вы когда подходите и думаете, ну, где берете зеленый ключ, думаете, я же дверь где-то такую видел. Вот же она. И потом такие, блин, что-то не подходит. Потому что это серая дверь. И вы такие думаете, а где найти серый ключ? Вот тоже такая догадка. Я бы все без моего друга не решил. Я думал, типа, вообще, ну все, белый ключ, это если ты... Он сказал, что это вообще не от этой игры. Я думал, это серый. Но потом я такой думаю, все-таки реально это... Блин, меня съели. Это реально белый все-таки. А где же серый найти? Сейчас я вам покажу. Ахалай-махалай, фокус-фокус, пра-кококус. Ахалай-махалай, и нам нужно в зеленую комнату. И вы думаете, что мне делать в этой зеленой комнате? Ау. О, здравствуйте. Кстати, я тут уже проходил. Ой, блин, зря мы этот сыр подобрали. Нам нужно было не туда. Вы уже видели? Нам сыр не надо брать. Нам вообще выходить не надо. Ну, вы скажете. А что мы в этой комнате забыли? Вроде бы выход, ну и все. А вот друг мне подсказал, типа, думаем. Ну, темное все. Но... Та-да-да-дам! Секретная лестница. Я когда-то на таких бывал, только на другой я был. И не видел там. И такой думаешь, о, а ключ как раз-то белый. Поняли? И такие смотрите. Желтый ключ. Я когда смотрел на двери, это если что, желтый дверь, это на самом начале. Я когда смотрел на этот желтый ключ, тогда я думал, это типа платный какой-то, типа его нужно за роблоксы покупать и там что-то вип. Но на самом деле все не так. О, как раз, а не, мне паркур не надо. Я, конечно, проходил, но мне пока что не надо. Так. Во, как раз возле этого был. Я думал, что это какой-то вип-зона, но вы знаете теперь, что этот ключ нужно сюда совать? И что это потайная дверь? Ну, куда она ведет, это уже странно.
И, короче, она ведет к серому ключу. Тут нужно нажать это, 6 кнопок. Только я их... А, они не сохранились. Это хорошо, потому что я не хотел, типа... Я не хотел, типа это... Не, наоборот, я хотел показать вам, где эти кнопки. И тут, кстати, в лабиринте водится крыска. Притом не обычная, а с красными глазами. Так что, когда вы ее увидите, это... О! Ай! Это что было? О! Ой, блин. Короче, когда она вас видит, она очень быстрая. Так что убегайте, пока не поздно. Она как в ушах встает. Так, ну я же зеленую кнопку видел. Блин, я в начало вышел. Мы сюда еще не шли. Может, кнопка вот тут? Нет. Ой, вы видели? Вот тут. О, вот это я сейчас не понял. Это я глич поймал? Если что, это меня крыса не споймала. Оно просто как-то тпхнуло. Интересно, кнопки, наверное, сохранились. Но я не знаю, такого у меня не было. Она ж меня не поймала. Ну, самое что хорошее, что ключи сохраняются. Ну, конечно, вы не пробуйте умереть от обычной мыши. От обычной мыши хрен сохранятся. Ну, кнопки тоже сохранились. А вот от этой крыши, такой-то с красными глазами... О, видите, как бегает? Вот от нее одна кнопка осталась. Вот от нее ключи можно еще взять, а вот обычной так и не получится. Я знаю где, наверное, вот там. Мы там мало прошли. Вот тут. Вот тут, вот тут, вот тут. Может, тут? Нет. Все, уходи. И вы думаете, ну ладно, я нажму эти 6 или сколько там кнопок. Ладно, хорошо. Кстати, кнопки сохранятся, даже если ты уничтожаешься от обычной мыши. Или вообще. Ну только как заливаешь, все же обнуляется все-таки. И короче... Вот такие дела. А где кнопку не могу найти? Раз, два, три, туда приди. Короче, я не смог где показать к ней кнопка, ну потому что крыса за мной бежала. Я думаю, чтобы не грохнуться, лучше это кнопку не показывать. Потому что когда бы я включил эту камеру, тогда бы она уже меня сожрала. И было бы как-то странно показывать экранку конца. Ну, вообще, можно даже от мыши уничтожиться. Давай я ее. Потому что, как вы видели, у меня есть серый ключ. Вот за этими решетками, как, ну, за 6 ключами, за 6 кнопками, там есть серый ключ. А вы это знали, пишите в комментариях. Мне кажется, никто не знал. И думается так. Все-таки странно, да, скажите? За нами гонялась. Кстати, предупреждаю сразу. Лучше от сейчас не умирать. Ну, от большой крысы. Потому что это будет замарно все проходить. Так. И тут мы видим такое. Ой, блин, еще какой-то фиолетовый, охренеть, где же? И такой. А это что? Вот тут нужно сфоткать, конечно, как бы хотелось. Но я так
уже в этом разбираюсь, я уже это проходил все. Вот так, вот так и вот так. Ни справа, ни слева, ни справа, ни слева, ни справа, ни слева, ни справа, ни слева. Главное не уничтожиться. Я знаю, где эта комната. Она очень рядом находится. Вот прям вот тут. Вот мы дошли. Короче, тут проход огромный. То есть нам не туда. То есть нам вот так надо. Так. Вниз. Направо. Вниз. И вот сюда. Как-то быстро. И такой... Что это за знак вопрос? А если бы я сюда... Этот чувак голым пришел. Ну, типа, без ключей. Просто чувак такой идет, идет себе. И все, и вдруг... Такой находит эту тайную комнату. Но все равно он без серого не попал. И тут такая крыса и розовый ключ. Я не знаю, что будет, конечно. Но она за нами смотрит. Нет, спасибо, пока. Нам таких не надо. Ну ладно, все, открываем это. И у нас есть фиолетовый ключ, как вы заметили, ну, как вы знаете. И теперь нам нужно опять наверх. Ну, тут легко. Вот так. Ну, вот так. Угу. Ага. Да, 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 крыска, давай. Блин, я куда-то ушел далеко. Лучше я обратно. Лучше я не буду рисковать, лучше пойду не знаю как. Я по такому ходу не знаю, как проходить. Знаю, там вот так. Только не туда прямо, а вот тут прямо. Стой, нет, мне не вниз. То есть мы на сюда. Стой. Это рисково было. Крыса, ну уходи оттуда. Беги, пацан, беги. Фух. Ну вы поняли карту или поняли маршрут, да? Если что, можете заскринить. Так что мне нужен этот грей. А мы думали, что это за дверь? А тут оказывается целая разгадка тайны. Вот можете сфоткать, если что. Всем привет. Соскриньте, если вам нужно, конечно. И тут кнопка. Что это? И видите... Новая дверь открылась. Помните, вот эта прямая? Короче, тут катсцена прогрузилась. Ну, короче, сейчас просто можно умереть, потому что, ну, нам ключи уже не надо. Ты такой думаешь. Вот как открыть вот эту дверь. Только непонятно, зачем тут этот сыр? Красный сыр. И тут мне друг подсказал, и я такой подумал. Ну, красный сыр же любит крыса. А красный это какой-то с химикатами. То есть, если отдать крысе сыр, то она, наверное, грохнется, не знаю. Так. Вот как открыть прямую дверь, ну как эту открыть? Ну, это мы знаем, это второй чаптер. Ну, как эту открыть? Сейчас я вам покажу. Это очень легко. Когда ты открываешь вот эту сырен, тогда ты уже до 99% открываешь эту дверь. Потому что доходаться тут легко, чтобы уже это отдать.
крыске. У крысы легко. Эй! И тут мини-паркур. После этого мини-паркура я не знаю, где мы очутились. То ли в животе, то ли вообще в космосе каком-то. Может, крыса это грехнулась. Короче, прошли бы этот паркур сейчас. Я не знаю, где мы находимся. Кстати, если хотите, чтобы я прошел Дорс, потому что я могу, то ставьте обязательно лайк и пишите в комментарии. И думайте, что тут. Такие, выпустите меня. Ну, тут нельзя открыть, кстати. Тут, оказывается, эта лаборатория рядом. Помните паркур? И думайте, ну, выйти осталось. Чиз. И нас скример такой. Чиз! Не испугались, встречают. И тут каких-то три знака вопроса. Думаешь, что это такое? Звуки тут лютые. Выруби. Ну, так тоже страшно. Ну, знаете что? Я думаю такой. Ну, если это какой-то... Это Тайкан. Нет, как его? Ну, где всегда путешествие. Это не Тайкан же, это как-то по-другому называется. Например, ну, путешествие как-то. Не помню. Потом, я думаю, после этого Тайкана будет лобби. Потом вообще будет... симулятор, потом это и то, и, короче, много всего. Ну, думаю, ну ладно, зайду. Ну, что это за такое? Кстати, я могу ливнуть? Ну, пофиг. Зачем это лифты? Все-таки как-то срано, да? Я отправляюсь с ними. Как вы говорите? Это я просто нажал кнопку, и меня не тпхнуло в лифт, а просто остались. Я думаю, что это за цифры? Бла-бла-бла. 3, 2, 1. И что это? Это босс. Да, я такого не ожидал. Я думал, охренеть, босс все-таки. Вот это да. И в него нужно войти без сырами кидаться. Только если промажешь, то промажешь. Тут он атакует так, прыгая с волной. Кстати, подходить не рекомендуется. Он вас будет кусать, и он даже останавливаться не будет. То есть, еще он так сырами кидает. И когда мы уничтожаем его... Когда мы уничтожаем половину хп его, знаете, что происходит? Он стоял тот же красной крышкой. Только не переживайте, что тут типа, ой, чувак какой-то это умер. Он возродится через вроде бы 25 секунд. Вообще так не страшно. Карта большая все-таки. А если бы лабиринт какой-то был, то тогда страшно. Ой. Вот, видите, я уничтожился. Ну, 40 секунд. Главное, чтобы люди выжил, хоть один. А то все проиграл. Все, я возродился. Кстати, повезло, потому что парня убили. Идите, она быстрая. Я, наверное, в первый раз проиграю. И потом мы думаем, раз уже две крысы, то есть обычно крыса это когда она такая нормальная. Ну, не нормальная, потому что она съест. А вот с красными глазами это какая-то разозлённая. И почему эта крыса была в лабиринте с кнопками? И ты такой думаешь, реально. Может, она не хотела, чтобы мы ее победили? Только как-то странно получается. Две крысы в одном игре. Потому что если ты будешь вот это и лабиринте, и в том этом в том лабиринте, то тогда ты увидишь две крысы. То есть это как бы раздвоение личности. Не знаю, ну, короче, типа того. Кстати, второй части как раз это покажется. Ну, мне так кажется, потому что крыша сломала там почти все.
И, кстати, об этом секрете знают много людей, потому что, как вы видели в лобби, там было очень много людей. Но мне кажется, это не может быть, типа, каким-то игрой другой. Ну, потому что мы все-таки там старались. Помните? Мы же там это, ключи собирали. И все. И это ради игры, какой потом оказывается, что можно просто нажать играть, типа, ну не, ну такого не может быть. Ну как-то странно. Откуда они знали этот секрет? Может, в Ютубе? Да, в Ютубе тоже такое снимали. Но я тоже сниму. Выживите только. Сыры просто даже не прилетают, они... Я не знаю, как живут. О, какой-то ник 777. Нормально. Смотри, это мое тело. Нет. Во. Видите, вы крысу как раз победили, когда я выиграл. И мы... Та-да-да-да. Это гора. А что на горе, скажете вы? Какая-то тайная сфера. После этого, кстати, сломается наша вторая часть оборудования. Ба! И... Три точки. Never to cheese. Никогда не кушайте чиз. Чиз. Никогда на тебя не наникнет. И все. Мы в самом начале. Кстати, тут вылетает игра, не знаю почему, но она не загружается, просто сломанная. Ну, если вам понравился Cheese Escape Horror, ну, короче, про мышку, то ставьте лайк. Ну, а с вами был Ник 001. Зачем я Ник показывал на самом деле? Всем пока-пока. А что интересно во второй части? Тоже есть секреты или нет?